Ярмарка всего 10 минут как открылась, а уже есть те, кто заполняет анкеты и пишет заявление о приеме на новую работу. Увидел в социальных сетях, что будет ярмарка вакансий. Когда-то работал на железной дороге, решил узнать насчет профессии. Вот. Вот так людно сегодня на каждой из 5 площадок ярмарки трудоустройства. В Иркутске, Ангарске, Братске, Черемхово и Тулуне посетители знают – работа России и время возможностей. Причем даже не для совсем очевидных соискателей. Вот пришла посмотреть. Где? Мамочка, я сейчас в декрете. Понятно. Какая специальность тебе больше всего нравится? Я вообще умею рыбалка. Но еще очень интересно экологию защищать. Губернатор Игорь Кобзев на ярмарке смотрит не только, какие предприятия представили свои стенды, еще успевает пообщаться с посетителями. Здесь, конечно, интересно. Инвестиционная программа – это очень интересное предприятие. Ну, вот для себя, чтобы там… Ну, я для себя уже одного определил с 9 класса. А что? Нефтехимия. Регион сейчас вышел на новый виток развития. Около 180 инвестиционных проектов. Большие предприятия, промышленные производства, индустриализация 2.0, говорит губернатор. Для этого, конечно, нужен человеческий потенциал, трудовые взаимоотношения. Поэтому сегодня более 200 предприятий здесь. Может быть, кто-то и дальше хотел бы развить свою деятельность, используя вот наши возможности. Возможности в сухих цифрах. 35 тысяч вакансий при 9 тысячах безработных. Среди соискателей сегодня здесь не только иркутяне, но и гости из соседних регионов. Для одних это площадка для поиска работы, для других – смена векторов карьере, а для смельчаков – вообще переворот, уход в новые сферы, работа России, время возможностей. Ирина Белогривая, Артур Ращупкин. Новости сейчас.